Что ты видишь, Сюнин? Только с той стороны. Thank you.
Что сегодня предложишь? Я же просто даром это отдаю. Это мудрый выбор. Ты найдешь этому... И что, это все? Мне уже пора. Всегда тебе рада, Эйвор. Расправь крылья, Сюнин. Дай взгляну на товары. Это все? Еще увидимся. До встречи, мой друг. Thank you.
Расскажи, чем ты тут занимаешься? Хочешь набить татуировку? Приходи сюда, я все сделаю. И приноси любые наброски, которые найдешь. Только знай, нет мастерской, нет татуировок. Построй ее для нас, и мы будем работать. Мне пора. Удачи. Увидимся, Эйвор. И будь готов выезжать в любой момент. Не сомневайся во мне, друг. Наш путь ясен. И нас ждет лишь слава. Прощай, Эйвор. Что там случилось? Басим уже отправился в путь? Сигурд тоже уезжает. Это правда? Мы знаем, что лагерь сынов Рагнара на севере. И стоит навестить их, чтобы закрепиться в этом краю. Басим отправился туда? Не думай, чем занимается Басим. Наши дела важнее. Я держу путь в Леде-Честершир, в город под названием Рептон. Буду ждать тебя там, Эйвор, как только освободишься. Я уже готов. Нужна только лошадь. Пока нет. Иди к Рандви. Выполни ее поручение. Расширять поселение мало. Нам нужны новые союзники. С парой друзей Англию не подчинить. Тогда с тобой поеду я, Сигурд. Лучше меня спутника не сыскать. Нет, Даг. Твое место здесь, с воинами. И ты будешь подчиняться Эйвору. Легкого тебе пути, брат. Я прибуду, как только смогу. Да, а я возьму на себя дружину. Подчиняться Эйвору? Это что, проверка? Вполне возможно. Сигурд крайне мудр. Я скорее буду подчиняться блохе. Эйвор, пока я не могу похвастать конюшней, но если построишь что получше, я смогу держать отличных скакунов. Нам пригодилась бы хорошая конюшня. Попробую помочь. Пришло новое послание. Бьорн Кровавый Зуб. Берсерк — это страшный враг и ценный друг. Он нам пригодится. Надо бы его разыскать.
найти эту аббатису Вульфхильду. Вот ты где. Ты хотела встретиться? Как решил Сигурд, расширять влияние на берегах Англии предстоит нам. Ему нужны союзники. Он хочет заручиться поддержкой каждого Дана и Сакса в округе. Да. Мы тут чужаки. Друзья нам пригодятся. Откуда начнем? Лазутчики каждый день приносят свежие вести. И я начинаю понимать, что к чему в этих раздробленных землях. Когда узнаю больше... Смогу рассказать о каждом регионе, прежде чем ты туда отправишься. Ладно. Когда обретешь в регионе союзника, возвращайся поговорить. Вместе решим, как быть дальше. Понимаю. Так с кого же начнем? Сейчас у тебя есть лишь два варианта. На севере – Леда Честершир. Там Сигурд и сыны Рагнара Ладброка. На юге – Грента Бриджшир. Там армия данов, которой командуют Ярл Гутрум и его подручная Сома. Кроме того... У нашего друга Хайсома есть в городах и собственные связи. Если хочешь выяснить, что он разузнал, я добавила его сведения на карту. Посмотрим на карту союзов. Расскажи мне о Грантабриджшире. К северу от Грантабриджа у развалин за рекой есть лагерь данов, летней армии, как их называют саксы. Чтобы заключить союз, нужно завоевать доверие их предводителей, Гутрума и Сомы. Мои люди не встречали их лично, так что мне мало что известно. Но мы хотя бы знаем, с чего начать. Отправлюсь туда. Хорошо. Да пребудет с тобой Фрейя.
Лети же, Сюнин. Об этом говорила Рандви. Где-то здесь должна быть летняя армия. Ого! Что здесь произошло? А ты кто? Эйвор, из клана Ворона. Ты с отрядом не смог взять их городишко? Нет, нет, мы захватили его. Когда мы пришли, тут была кучка глинобитных лачуг. То ли дело при нас. В Грэнта-Бридже кипела жизнь и процветала торговля под рукой нашей ярлсконы Сомы. Но саксы отбили его у нас. Объявились в городе, будто выползли из теней и вышвырнули нас. А как же городские стены? И стража? И стены целы. И стража ни о чем не знала. Будто они вылезли из норы прямо в центре города, жгли все на своем пути и вопили всякий вздор о каком-то древнем воинском ордене. Когда я увидел огни, уже многих схватили или перебили. Наша ярлскона Сома приказала отступать, и мы укрылись тут, в руинах. Но в суматохе мы разделились. Она увела дружину на северо-восток, в болото. Мы бы пошли за ней, если б могли. Она очень нам нужна. Я найду Сому, а вы будьте наготове. Она давно скрылась в тумане фенских болот. Найди ее, Дракар. Это надежней. Похоже, в Грэнта-Бридже настал Рагнарёк. Здесь был жаркий бой. Держи тот же курс. Посмотрим, что еще там в тумане. Сюнин, разведай местность. Можем продолжить позже. Что делаешь? Меня!
Нужно осмотреться. Там, на берегу Дракар, по виду датский. Прекрасный был Дракар. Под стать вождю. Видимо, корабль Сомы. Покажи путь. Благодарю от всего сердца. Не знаю, как тебя благодарить. Ваша Ярлскона здесь? Не здесь. Сома увела саксов на восток от своего дракара, чтобы запутать в тумане. Сражаться. Живо отнесите его в тепло. Заткни рану мхом и перевяжи. Эдди, смотри на меня. Помнишь, сколько веплей ты добыл в первый день в Англии? Держите его. 9 ширных, огромных. Хватило на неделю. Да, точно. Через месяц добудешь не меньше. Ты пришел из тумана, как валькирия. Но у нас нет мертвых. А ты, верно, Сома? Давай отойдем. Людям нужен отдых. Это тяжелый удар. Многих вы потеряли? Спасибо, что спросил. Но когда вода красна от крови, а воздух пахнет смертью, я хочу сперва узнать, кто ты. Эйвор из клана Ворона. Я искал тебя. Мне нужен друг и союзник. Ясно. Я Сома, леди Грента Бриджа. Хотя, говорят, некий орден безумцев жаждет лишить меня власти. Ты об ордене древних? Похоже на то. Один сакс, Вигмунд, из их числа. Он отнял у меня мой город и оттеснил нас в эти болота. Я собрала часть людей, но трое моих помощников пропали. Они мне нужны, чтобы отбить Грэнта Бридж. Расскажи мне о них. Это мои лучшие люди. Бирна, Галин, Лив. Они мне ближе, чем родичи. Если я отыщу их, и мы возьмем город, я смогу назвать тебя другом? Если ты сможешь все это, зови меня как хочешь. Кто такой Вигмунд? И чего он хочет? Он Элдермен, цепной пес старого короля.
Он давно тянет когти Грента Бриджу. Просто потому, что может. Вигмунд не раз пытался сместить меня. И теперь добился своего. Что случилось в Грента Бридже? Элдерман Вигмунд отнял у нас город. Не знаю, как ему удалось, но это ненадолго. Я не сдамся. У него есть сторонники в окрестностях. Но напал он на нас в стенах города. В самом сердце Грента Бриджа. Нужно найти твоих людей. Верно. Осмотрим реку, поищем там их дракары. Если поспешим, успеем найти их раньше, чем волки. Туман больше помеха, чем подмога. Нужно осветить путь назад. Долго и жарко гори, яркий волк ветвей. Соми назад верни клёны битвы скорей. Знаю, о чем ты думаешь. И о чем же? Глупо обшаривать болото ради нескольких человек. Ты сказала, это лучшие твои люди. И они нужны, чтобы взять город. Ты думаешь, это глупо? Я-то нет. Так почему должен я? По-моему, ты из тех, кто ценит одиночество. Ты сам по себе странник. Может быть, воины для тебя просто средство. Но эти люди не просто воины. Они моя семья. Ближе родичей.
Я уже потеряла свой город. Не могу потерять и их. Понимаю. Если твои люди еще живы, мы их найдем. Данов. Освободите меня. О, то. От Дракара на Мелимау. Спасибо, Малыпа. Друг. У меня был нелегкий день. Так что позволь... Смотри сквозь туман, Лив. Видишь свет вдали? Это наш лагерь. Мы вернемся, когда найдем остальных. Мы пойдем.